Приветики всем, с вами Таня на канале Поделки-самоделки. Тебя пригласили на день рождения? Не знаешь, что подарить? Не беда. Сегодня я покажу, как сделать открытку Roblox «Радужные друзья» своими руками. Такому трендовому подарку будут рады все, поэтому ставь лайк и погнали! А для открытки понадобится всего лишь один лист белой бумаги формата А4. Согнем его по длинной стороне пополам, получая при раскрытии линию сгиба, который мы загнем 4 угла с двух коротких сторон. Повернем заготовку в удобное положение и загнем две противоположные стороны к центральному сгибу. Далее согнем пополам два боковых угла. Ну что ж, основа для внутреннего рисунка готова. Перевернем и начнем рисовать любых монстров из Роблокса. У меня это будут радужные друзья. Зубастые, яркие и кровожадные персонажи. В принципе, если вдруг по какой-то причине тебе не нравится игра «Радужные друзья» из Роблокса, ты можешь нарисовать любой другой рисунок, какой захочешь. Просто такая открытка на день рождения делается очень легко и просто. Даже клей не нужен, а только лишь бумага и цветные маркеры. А вот удовольствие для именинника принесет много. Ведь так всегда в этот день хочется, чтобы тебя поздравляло как можно больше людей. Во всяком случае, это так считаю я. Ух, как быстро пролетело мое детство, и я стала взрослой. Как говорится, отдала бы все, чтобы снова оказаться именно в нем. Так что наслаждайтесь своим и цените его, ведь оно у вас есть. Поверьте, это самое счастливое и беззаботное время, которое у тебя есть сейчас. Рисунок почти готов. Осталось лишь подписать. Теперь сложим в конвертик. Нижние уголочки проденем в верхние кармашки. Немного подправим пальчиками и декорируем лицевую сторону открытки Roblox «Радужные друзья». Обязательно нарисуем красную стрелку, чтобы было понятно, за что потянуть, чтобы открытка раскрылась. Ну что ж, теперь можно идти на день рождения к другу или подруге. А с вами была Таня. Обязательно ставьте лайк. Всем отличного настроения. Пока-пока!